Ключи от новых благоустроенных квартир из рук главы округа Муром Евгения Рычкова сегодня получили 6 муромских семей. Все они – очередники и переселенцы из аварийного фонда. Откуда и куда переедут новоселы, узнала наша съемочная группа. Рабочий день муромского главы Евгения Рычкова сегодня начался с приятной церемонии вручения ключей новоселам. Вручим 6 квартир вам вместо вашего, к сожалению, наверное, непригодного для проживания жилья. Непригодное жилье в основном деревянные бараки, квартиры в которых в свое время людям предоставлялись промышленными предприятиями. Строились они как временное жилье, но по факту люди жили в них многие десятилетия. Это адреса Октябрьская, 63, Юбилейная, 4, Советская, 26 и Первомайская, 39Б. Из 28-метровой комнаты без удобств на улице Октябрьской Наталья Назарова наконец-то переедет в 40-метровую квартиру в новостройке на Владимирском шоссе. Наталья уже четвертая из жителей барака, кто получил новую квартиру. В такой радостный момент женщину пришли поддержать сестры и племянники. Я живу в этом доме 37 лет. И вот все-таки я дождалась сегодня, что мне дают ключи в новую квартиру. Я очень рада. Мне очень понравилась квартира, очень. Я такая довольная. На Октябрьской 63 осталось расселить еще 7 семей. После этого ветхий дом, как и другие аварийные строения, будет снесен. Ольга Кирюшна, Александр Барсуков, новости Муром.